Ребята, всем доброе утро. Мы тут собираемся. Собираемся на прогулочку. А я гости взяла. Подкачали колеса. Да. Миланка поедет на велосипеде. Да чего ты взяла? Телефон. Телефон параллельно. Поехали. Мне на удивление хорошая погода. В том году на 1 сентября было очень холодно. Шел дождь, я помню, мы в куртках ходили. Миланка вообще в шапке. Ой, Миланка убежала. Разворачивай. Миланка, как всегда, цветочки срывает. Спасибо, моя кошечка. Какой цветочек. Похож на одуванчик чем-то. Еще, ну тогда давай еще один, чтобы было... Ой, подожди, чтобы было три цветочка. Целый букет. Целый букет. Ой, аккуратно. Ты сейчас ты как... не перевернись только. Туда. Все, умничка. Кстати, если не знаешь... Можно Толик... я вот здесь положу? Так, если не знаешь, Толик переходит в 11... Десятый. Десятый класс. А что ты на месте? А я перехожу взрослый. Старший. Старшую группу, да. Ну, я в старшей группе, мы просто старшие дети стали. Давай, смотри вперед. Потом вот детки тоже тут на самокатах катаются. Чтоб не врезаться, милаш. Ни в кого. Пошли сейчас в Икеи. Здесь смотрите на торты. И на некоторые пирожные скидки. Смотрите, какой торт. Тирамису 29. А вот смотри, медовая сметана какой-то. Ой, сметаны не хочу. А посмотрите, какой красивый, типа пуговицы, да? Ну, красивый, но не хочу. А может быть, он вкусный? А вот такой, нет? Ой, это что разные за торт? Вкусы. Милаш, ты где? Милаш, смотри, какой тортик. Это что за... Вообще, что здесь? Подожди. Торт дегустационный. Я не знаю, вкусный. Я хочу, знаешь, что-то с ягодами. Смотри, а есть вот что-то такое, вот, мы берем часто. Вот пироженки мы вот взяли. Мы его берем часто. Хочу это. Он такой жирный. Может, вот такой пирог, вон, смотри, шарлотку. Пень. А вон лесной пень. Да не хочу шарлотку. Он же такой... Ты вон с ягодами себе взяла. Я не знаю, Люколь, выбирай. А вот смотрите, с грибочками, бисквит, сказка с детства. Я помню, только сказка у нас был торт, знаете, такой, как в виде рулета. Слушай, а Мирель есть ягодный? Да? Мирель. Или как он там? Ягодный? Ну да, знаешь, такой летний серия. Не знаю, а это что такое? Банановый флир там мы брали, да, такой? Вкусный, не помню. Брали. Лена взяла, говорит, вчера этот... Птичье молоко не хочешь? Точно? Не хочешь? Пойдем там еще по. Я бы вот такую можно шарлотку. Да не хочу шарлотку. Ты куда? А? А, вот такое они взяли. Вот птичье молоко. Не хочешь? О, вот такой, смотри, ягод. Можно два взять. Смотри. Это какой-то сметанник с лесными ягодами. Нет? А сметане, вот смотри, Филли Бекер. Ну это сметана, и вот сметанный крем он не очень как. Я не знаю. Ну что, какой берем? Папа наш. Вот этот. Папа хочет тирамису. Миланка себе взяла вот такую вот игрушечку. Журнал. А в журнале здесь. Вот, тут много всего интересного. Ликуль, поможешь Миланке открыть? Ну-ка, что здесь? Ой, смотрите, здесь, значит. Вот это что это такое? Блокнотик, скорее всего. Блокнотик, наклейки, аксессуары и ручка. И ручка в виде помады, Милан, вот это круто, да? А это селфи-палка, ручка, да? Это тебе. Спасибо. Подарочки далеко перепали. Давай. Открывай, это селфи-палка такая. Модная, Барби. Давай, помогу. Не, неправильно. А как? Вау! Мило, круто как, да? Тебе нравится? Да. Она Ликуля снимается? А там еще журнальчик, да? Да. И журнальчик Барби. Давай. Ставим.
дома уже посмотрим журнальчик, да, Милана, что там, какие у нас новости. Пойдем. Мы топаем домой. Сейчас отнесем тортик, взяли вот такой торт тирамису. Но мы сейчас едем в метро, и там рядышком где-то есть тоже Айке. Заедем еще в Айке, потому что здесь нет ягодных тортиков. Миланка, Миланке так понравилось, да, Милашка? Это селфи-палка вообще. Миланка не так. Из рук выпускать не будет. Просто вот так вытаскивай. Класс, да? Вот смотрите, вот так, а кнопка, смотрите. Вот видите, вот так. Куколка, а если забрать на кнопку, будет... Меняется вот. Ух ты. Миланка тут снимает влог. Ребята, пока мама снимает меня. Так, мы едем в лето, в метро. Едем в метро. А там и Окей есть, в общем, едем туда. Мы приехали сейчас в лето, ну тут в лето, я смотрю, вот на стоянке очень много машин, тоже много людей. И вообще сегодня вот мы были... Сегодня уже сентябрь, поэтому лето закрыли. Да. Ну мы вообще сейчас мы и приехали в метро, но тут рядышком все. Да, поэтому мы погуляем, да. Сегодня везде очереди, в обувных магазинах детей обувают, одежда одевают. Ну, скорее всего, потому что воскресенье, да, выходной день, последний и завтра, день. Да, перед занятиями. В общем, везде толпы, людей, пробки. Везде. Ну, это ты еще не старшая группа. Старшая. Потом подготовитель. А, да, так. Другого нету. Ну да. Сюда прям маленькая группа, вот а потом средняя, а потом уже старшая, а потом... Подготовительная, перед школой. А что это такое? Подготовительная? Что? Это уже к школе готовят к школе, подготавливают вас. А вот в метро как-то свободненько, да? Хорошо. А вот хофф есть. А, кстати, давайте зайдем тоже. Ну, по ходу дела посмотрим. Угу. Начнем отсюда, а там уже будем. Как хорошо, посмотри, вообще. Вон, смотри, бык. А тут он, полевая кухня, кашу раздает. А почему полевая? А, это не полевая, это просто... Это просто знаю, продают. Это продают. Это кафе такое, да. Это кафе. Просто сделано так. Ага. Слушай, я так захотела гречки. Фу. И я ням-нямочка хочу. Да я все равно мне. Гречку. Как вам сказали, там, не знаю, пюрешка, картошечка. Нет, гречка, я слушай. С удовольствием вообще все. И какую-нибудь котлетку. Или подливку, да, подливку. Я не прихотлива. Нет, отбивнушки. Нет, мясо по-французски. Нет, котлетка, да, котлетка. Нет, а здесь можно подожди? Нет, пюрешка. Здесь можно стоять? Mm-hmm. Посмотрите, какие здесь есть прикольные часы песочные. Здесь песок и глиттер. Да, посмотрите, как красиво. Вообще супер просто. Да поставь просто, он прикольный. Ребята, посмотрите, какая рыба-попугай. Я лично первый раз такую вижу. Видите, рыба-попугай. Слушай, вообще, какая она красивая. Берут. Она одна лежит, такая денёшенька. Такая она красивая вообще. Мы зашли к Додо Пицце, ждем наш заказ. Пока ехали, заказали пиццу. Ну, должна через 10 минут уже готова быть наша пицца. Там две пиццы. Получается, одну берешь, вторая в подарок. Пицца. Миланка тут одна на детской площадке. Пока мы пришли, были тут детки, по-моему, двое. Ну, как раз они ушли. Да, насорили. Тут раскидали вот бумажки от конфет, да? Так нельзя делать. Не работает, Милаш, да, телевизор? Не работает телевизор. Вообще тут редко работают мультики. Но зато здесь очень вкусная пицца. Я хочу сказать, что здесь были... Автоматы. Да, автоматы вот здесь игровые были. Ну, убрали, потому что не пользовались спросом, никто в них не играл, да? А, вот, мы заказали пепперони фреш. Какая-то новинка, да? Правильно? Пепперони фреш. Пепперони фреш с перцем. Мы разве с перцем заказали?
Там... Потому что в рекламе была стерцовка. И еще какая-то пицца. Сейчас 4 сезона. 4 сезона, сейчас перекусим. Наш заказ будет готовиться. Принесли нам пиццу, очень вкусно. Вот это какая-то новинка, пепперони фреш. Вот, ну мы большую взяли. И есть еще, это в подарок, вот 4 сезона пицца. Пицца очень вкусная, вот эта новинка попробовали. И вот такая вот тоже, посмотрите, аппетитненькая такая пицца. Вообще, вот самая вкусная, на наш взгляд, пицца это Додо. Вот реально очень вкусно. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Так, я жарю кабачки, мы уже домой пришли. Делаю, в общем, без муки, просто на масле жарю. И у нас тут гости, пьем чай. Чё ты смеешься? Так бабочку увидела. Потому что Дани сказала что-то смешное. Да а Дани сама скажет, что... Да ты... Да, она не скажет. Мы тут чай пьем, тортики, арбуз. Кстати, арбуз очень вкусный. Взяли арбуз. Да ничего, пошутила, да. Взяли вот такой вот арбуз, брали в Икее. И он очень сладкий, очень хороший арбуз. На удивление, потому что он розовый. Мы когда разрезали, вначале нам показалось, что он будет не такой сладкий, потому что... Пожалуйста, Дан. Потому что в основном, когда берешь арбуз, вот красный, вот он сладкий. А это розовый. Ну, скорее всего, просто такой сорт, но арбуз очень вкусный. Еще взяли вот такой вот торт с черносливом, грецкими орехами. Он очень вкусный. Здесь, в общем, шоколадный бисквит с крем-чизом, черной смородиной, кусочками чернослива и дробленым арахисом. Мы еще взяли вот такой вот торт тирамису. Два тортика взяли. С черносливом папе нашему не понравился торт, а вот этот вот очень нравится. Миланка достала, смотрите, вот такой блокнотик. Да, я покажу поближе. Смотрите, какой блокнотик. Переливается. Это то, что мы взяли сегодня журнальчик Барби. Вот, и там такой блокнотик, да? Лена с Даной уже ушли. А тебе нужен такой блокнот? Нет, Милаш, не надо. Мы сейчас будем ужинать. На этом наш влог, ребята, сегодня подходит к концу. Всем до завтра, всем пока-пока! Пока-пока.